Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства в преддверии долгожданных зимних праздников ждал сюрприз. Ребят, находящихся на лечении в больнице, поздравили новогодние волшебники. Новогодний десант готовится к праздничной спецоперации. Дед Мороз и Снегурочка по тросам спустились с крыши детской больницы и заглянули в каждое окно, чтобы помахать ребятам и создать новогоднее настроение. Мне понравился Дедушка Мороз. Да. Хотелось бы, чтобы они сюда поднялись. Через несколько мгновений желание исполнилось. Новогодние волшебники вместе с волонтерами Подмосковья пришли к ребятам не с пустыми руками. Дедушка Мороз мне подарок привез. Эту акцию добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области проводят в Люберцах второй год. Дети находятся сейчас в такой ситуации, когда им больше всего на свете нужно хотя бы маленькое, вот небольшое новогоднее чудо. У детей просто отчасти глаза загораются, потому что Дедушка Мороз их и снаружи поздравил, и внутри пришел, и все желания исполнил, и подарки подарил. Это ли не чудо? Дети были все такие радостные, никогда такого не видели шоу. И мы, взрослые, сами были удивлены такой подачей праздника. Я уверена, что они быстрее выздоровеют от эмоционального подъема сил. Встреча с зимними волшебниками отвлекла детей от мысли о болезни. У ребят поднялось настроение, а значит, они быстрее выздоровеют и вернутся домой. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.